Всем привет! Небольшое видео, как говорится, в полевых условиях. Попробовал, руки чесались прошить RX 5600 XT через Rave OS. Карта закирпичилась. Вот я ее поставил в обычный системник. Видеокарта, в принципе, определилась с ошибкой 43. Ну, сейчас попробую вернуть на нее родной BIOS. Итак, скачал AT WinFlash 2.9.3. Запускаем от имени администратора. Мне чуть-чуть неудобно на телефон снимать. AT Radeon Navi 10. Попробуем. Load Image нажимаем. На рабочем столе я скинул. Вот он, мой оригинальный BIOS. Открыть. BIOS открылся. Нажимаю программ, ну и пошла. Давайте посмотрим, прокатит ли у меня прошивочка через AT WinFlash оригинальным BIOS'ом и откирпичится ли моя видеокарта. Так, ваш BIOS был успешно прошит. Надо перезагрузить. Да, перезагрузка. И сейчас посмотрим, появится ли. Пропадет ли код ошибки 43 и откирпичится ли моя видюха. Конечно, если она не откирпичится, это будет очень печально. Но давайте все в прямом эфире, как говорится, без клеек делаю. Сейчас загрузится винда и поехали. Так, не туда полез. Так, панель управления. Да, так, неудобная система. Диспетчер устройств, видеоадаптеры. Ну, ошибки нету. Устройство работает нормально. Отлично. Сейчас вынимаю, ставлю, пробую майнить и сообщу, майнит она или нет. Итак, карта откирпичилась. Кстати, причем, когда карта закирпичилась, Rave OS не загружался вообще. И в циклическую перезагрузку упал и все, и по кругу перезагружался и не стартовал.